Как сделать так, чтобы он позвонил? Разве нужно что-то делать, чтобы мужчина звонил? Я знаю один очень хороший способ. Если мужчине интересно, если мужчине хочется узнать, куда ты пошла, где ты сейчас, есть какая-то конкретика. Если нет никакой конкретики, если это опять разговор ни о чем, разговор о чувствах, разговор еще о чем-то, что важно для тебя, мужчина звонить вряд ли будет. Очень важно, чтобы была какая-то четкая направленность, для чего человеку позвонить тебе надо. Да? Это какое-то дело, дело, которое вы делаете вместе. Например, вы вместе едете выбирать что-то, да, покупать. Либо у тебя есть машина, и тебе очень важно, чтобы тебе кто-то помог, и этот человек может тебе помочь. Да? То есть он изначально сказал тебе, что он согласен тебе помочь. И это очень важно, потому что четко сформулированное предложение и направление, куда мужчине можно двигаться, очень важно для него, чтобы он был эффективным. И тебе нужно продумать, для чего, как ты строишь отношения с этим человеком. И что тебе важно понять и почувствовать, и направиться вдвоем к какой конкретной цели. Вот тогда мужчина будет звонить.